Арт-ландшафт для детей и взрослых. В столичном конкурсе на лучший природный дизайн принимают участие городские школы и детские сады. Увидеть своими глазами садик мечты отправилась и наша съемочная группа. Это похоже на небольшой оазис среди городской суеты. На входе гостей встречает яблоневый сад и небольшой огород. Здесь выращивают овощи. Правда, только в декоративных и ознакомительных целях. На кухне их не используют. Территория садика больше гектара, и здесь множество тематических площадок. Как говорят воспитатели, родители с детьми по вечерам частенько возвращаются сюда гулять. В этом году мы, снова принимаем участие в городском конкурсе «Арт-ландшафт». По итогам прошлого года мы стали обладателями гранта, заняли первое место и получили 50 тысяч рублей. В результате мы оснастили физкультурную площадку 5 тренажерами. В этом году мы также подали документы на республиканский городской уровень. Все площадки сделаны руками работников садика и родителей. По мнению воспитателей, такая обстановка благоприятно сказывается на самочувствии детей. Мельница, колодец, огород – все это создает уютную деревенскую атмосферу. Приятно, что люди прилагают столько усилий, чтобы у детей в памяти остались не только манная каша и тихий час. Алексей Табинов, Олег Якимов, Республика.